Вновь приветствую всех на наших каналах. Из вашей динамика вещает Диди, и компания со мной сегодня играет Меноли. Привет, привет всем. Да, да, ничего страшного. Я уже на самом деле привыкла, что, господи, все, кого не лень, уже просто твой ник коверкает. Да, так что, такое. да. В общем, мы вместе с Катей решили поиграть в Dying Light, чтобы повыживать совместно и вообще посмотреть, что это за игрулик такая. Пролог, думаю. Или... Пролог получился такой интересный, потому что он как бы соло, вот, но к при этом сожалению, мы соло. сидели в Дискорде и общались при этом. Поэтому, возможно, пролог у нас у обеих будет намонтированный. Ну вот, это, в принципе, Ну да, вполне чисто. нормально. Так, и что там мое оружие Ой. меня чувствует? Я залезла сюда, и я поняла, что мне не очень нравится то, что я вижу. Так, все, я побежали отсюда. Я Так, думаю, ну у что нас здесь, в сцена, принципе... и мы к ней идем. Да, я думаю, здесь, в принципе, будет хорошо особо не лезть к... Ай, 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 к этим зомбям и все. Слушай, какой-то туманище такой. Зачем мне отламывать половицу? Вопрос Так это типа оружие. А, да ну. Не, просто понимаешь, вот эти все, ну, хреновые виды оружия, они могут стать основой для нормального. Ну да, так, в блин, принципе, мог. черт, я опять упала. Причем я упала и застряла? Не, не, нормально. Да, ой, может быть. Здрасте. Так, ну-ка, когда скажи, как у тебя соединение в плане, а, как да их прерывается, ничего, не нормально. Прерывается. Ау. Сдохни, козел, сдохни. Я нечаянно тут упала и наткнулась на зомби. Угу. Все, может быть, я тут 2 единицы хп просто от падения потеряла. Блин, ты такая прикольная в этом костюме, конечно. А, кстати, вот, посмотрите, сейчас я повернусь к тебе. Это, вот, гляньте, какой уйди клевый черепочек такой на куртке, вообще отлично. Ну, а я что-то решила... Я поняла, это все DLC как раз. Да-да-да, это все дополнение. Там паки какие-то скинов, костюмов, еще что-нибудь такое. У нас же там еще вроде есть какой-то пак для дополнения The Following, там, по-моему, вообще какие-то машины. Да, есть даже машины, там вот это вот все. Но это будет очень не скоро. Потому что я так чувствую, что по скорости прохождения пролога мы очень не скоро дойдем до дополнения. Ну да, вот, скорее всего. Потому что с нас станется. Вот. А я решила примерить на себе скинчик ниндзя. Довольно странно. Это... Ниндзя, прыгающий по крышам, такой весь из себя. Мастером скрытности будешь. У нас. Да куда там? Скрытность и стелс это вообще не мое. Так, так, ну что? Ага. Как он поменял отношение свое к нам? Да, кореш теперь наш прям таки. Ух ты. Класс. Ну, кто бы сомневался. He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Ясно. Так, я получила новый уровень. Повышение уровня выживаемости. Так, и новый костюм, отлично. Кстати, что удобно, ты запускаешь все диалоги кат-сцены, поэтому, блин, очень удобно будет. Если вдруг я буду тормозить, не добегать, то все нормально. Так, какой-то там навык. Ну-ка, дайте посмотрю. Так, очко навыков. Уровень выживаемости. Ой, блин, я прям даже не знаю, что прокачивать, потому что вот пока я ходила в прологе, там, туда-сюда, я себе успела прокачать до 3-го уровня ловкости, до 2-го силу, то есть оно как-то быстро все происходит очень. Ну да. Так. Ну, мне кажется, тут 100 этих уровней. О, можно получить 4 новые ячейки для оружия в рюкзаке, либо... Вы можете сражаться без устали, бегать быстрее, лучше видеть в темноте или станете более стойким к ударам. Блин, черт, оба перка охрененные. Я прям даже не знаю, что выбрать. Так. Ну, первый перк берется в любом случае. Черт. Черт. Я не знаю, что так. выбрать. Рюкзак или усилитель? Ну тут да, просто сложно. Как бы и то, и другое действительно крутая вещь, потому что 4 ячейки для оружия это круто, потому что тут приходится выбрасывать ненужное оружие или разбирать, чтобы взять покруче. Ну, и я решила, что пока за оружием все-таки вмещаемость, чтобы было побольше. Ну, я, наверное, усилитель возьму все же. Посмотрим, как оно будет.
Так, и вроде как Прям все. качать это все надо, конечно. О, я Не могу сделать распределено у отмычку. меня. Давайте сделаем. Уровень ловкости, скольжения. Спасибо. У меня даже какие-то усилители есть странные. Усилитель скорости, усилитель ночного видения, усилитель стойкости. А, я усилители, в принципе, делать теперь могу благодаря вот этому навыку. Зря я его выбрала, Вот. конечно. Гадство. Так. Ну ладно, что Научитесь атаковать поделать. с высокой точностью попадания топливным оружием. Во, вот это что Потупила, надо. конечно, ну ладно. Да, мы сейчас поначалу точно будем все время немножко подтупливать. Ничего с этим не поделаешь. Так, ну погнали обратно в башню. Да. Залази, Так. давай. Я прям по крыше. Ой, я кому-то на голову прыгнула. Простите. Простите, я не хотела. Нет, наверное, хотела Воу. все же. А, получили сборку предмета коктейлем Молотова. Можете создавать новые предметы. Ну, кто бы Коктейль сомневался. Молотова, кстати, очень полезная вещь. Я как раз с помощью одного коктейля завалила вот эту здоровую морду с молотом. Поняла. Ура, безопасная зона. А, Отлично. кстати, мы же, по-моему, можем скупщику продавать всякую хрень. Кладовщику. Ой, слушай, у него можно. Не, у него можно просто забрать предметы у кладовщика. Так, а кому можно продавать все? Тут просто кому-то. А, вот. Я нашел торговца. Вот он. Барыгу. Да, привет. Прям написано специально для Так, продать. Так, продать все ценности. За $900, прикинь, все ценности могу продать. Охренеть. пипец. Так, урон 42. Так, а. Требуемый предмет ядовитые лишайники. Ограничено по времени предложения. Если мы найдем, 100 баксов сразу получим. Понятно. Так, 46. Изящный короткий нож. Хрен пойми, за что он покупается. Крикетная бита, какие-то странные вещи, не знаю. Так. Так. Короче, взяла я все Ну, себе в эти. общем, я решила сигареты продать, пока не знаю их Блин. ценности. Такая сигарета, они как раз как ценности продаются. Там же можно на F нажать и все это. Кстати, А, ну после да. переключения раскладки все равно русские буквы отображаются Блин, сразу. пипец. Так, Так, все, отправили. взять французский ключ или не взять? Урон 46. Не, наверное, не Я буду, вот потому что у меня думаю, получше есть шмот всякий. что нож возьму, наверное. Какой-нибудь. Хотя, есть ли в нем смысл вообще в этом ноже? Это так вот, гипотетически. Что, газовая труба есть, французский ключ дороговато. Вот молоток гвоздодер, в нем был бы смысл. Он такой прям. Блин, слушай, а нам вообще вниз куда-то надо. Потому что нужно доложить о встрече с лидером башни. Это что, Ну, типа обратно пойдем. на улицу, что ли, надо выйти? Ну, в А, нам, общем-то. наверное, в ту зону надо, которая та зона, если ты поняла, Не-не, а, или. где А! доктор. Вс... Или Так. нет? Вообще Да, нам странно. в ту зону. Нам в ту. А, все, вижу. Вижу. Куда-то вот, на ближайшую крышу вот это вот надо залезть. Все. Ожидание других Нам игроков. туда. Есть такое дело. Блин, клевый костюмчик вообще. Так, я Crane зависла. here. А, Of не, course. все норм. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Немедленно. Прям вот Immediately. немедленно. Все, можно теперь идти обратно. Так. Договоритесь в башне с Брейкином. Ой, фу, я Договоримся. пробежала мимо. Бегу такая себе, чё вообще? Странно, что надо бегать вот это туда-сюда прям. Ну, может, игра чуток сломалась, не знаю. По-моему, это нормально. Кстати, ты тоже можешь активировать Да? сети. Да. А, Что ты в лес ясненько. зашла, и я не успела еще дойти, нажать А. и Ну, окей, хорошо. Поняли. О, тут еще один есть шопер. А что у него можно купить? Ну-ка. А, ну у него тоже, в принципе, всякое Молотом оружие. тот же самый. О, вот что у них тут лежит. Где?
там это, да, вот взрывающиеся газовые баллоны. Ага. Ой, так, а тут какой-то восклицательный знак есть. Мне кажется, что у этого мужика можно взять какое-то задание. Ну-ка. Или просто поговорить. Ну, как минимум информацию получить. Нет, похоже, все. И пропал восклицательный знак. Отлично, ага. Просто супер. Замечательно. Это все, что можно было от него услышать, офигенно. Крейн, listen. Привет. Крейн and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? Да без боя. Я чувствую, нам придется искать где-нибудь информацию по полу, потому что пипец. Окей, we're going in. Act confident. Брекен, Лина, maybe you can get through to him. Джейд, who's your friend? Kyle Crane. Look, Брекен, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right. You need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Okay, okay. Ясненько. Понятненько. Ну, понятно, кто такая Джейд. Так, просто обычный передовой, приближенный. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So... Дурачок местный, походу. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. Какой-то, короче, сайдик. He won't understand. Заметно. Открытое достижение я прикрою. Прикольно. Блин, слушай, тут огромное количество неписей, с которыми можно поговорить. Ага, обалдеть просто. Ну так, чисто обмолвится пара словечков, знаешь. Ну да. Так, слушай, галочки. Я хочу глянуть, у нас какой-то костюм новый нам дали. После того, как мы закончили задание. Ну-ка, мне прям интересно. Colossal Kiwi Outfit. Господи, серьезно. Еще есть национальные костюмы. Австралиец, австриец, американский, английский, аргентинец, бельгиец. Прикольно, слушай. Ну, чисто по картам. Рус... Есть русский костюм, прикинь. Ей. Боже. Я просто. Нет, у нас эффект нет, все равно. Слушай, канадский это прикольный. Аутис. Он типа такое ощущение, будто у тебя это, нарисовал себе на рожу какую-то мышь непонятную. Прикольно, конечно, да. Да. Если так сверху посмотреть, вроде обычный город. Не, я не буду переодеваться, у меня клевый костюм. Правда, мертвый. Ой, ну вот эти вот, знаешь, какой-то дым и развалины говорят о том, что тут какой-то постапокалипсис просто. Да. Слушай, а что вот это вот за плакаты такие? Они им, с ними можно взаимодействовать? Стадион. Если я правильно поняла, то это как отдельные ивенты или что-то вроде. Ну, я находила один плакат, там
на крыше тоже как соревнование или что, типа переходить в режим в такой, скорее всего. Ну тогда ладно, можно обойти себе за то. Тогда так, а вот где... А, вот задание можно. Все, стадион, стадион это повторяемое задание. Mm-hmm. Есть мультиплеерные вторжения «Я зомби», но у нас побочное mm-hmm. задание «День матери» и воздушный груз на сюжетку. Ну, я думаю, mm-hmm. сейчас можно просто с начальством, как это, господи, сконнектиться, а потом пойти к этому Гази, я не знаю, кто mm-hmm. это. Но сейчас имя у него уже забавное, конечно. Most of the runners out of action. Brecken wants the scouts to take their place. Гази. Ну, они там какие-то реально, вот, какие-то арабские имена у них у всех. Ну да, странно. Так, по снаряге все нормально? Да, все нормально, можно идти. Да пойдет пока. Хочу себе огнестрел. Ох, мне кажется, у нас очень скоро появится. Ну, да, мне тоже такое есть ощущение. Не падай, не падай, ядрить твое налево. Все. Так. Crane here. Report. Our boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. Мне не нравится эта женщина. Ну да, холодная такая прям. Так, ну что, пойдем по этому заданию или по сайду? Да, пошли по этому пока. Окей, хорошо. Сайд-квесты всегда успеем доделать. Угу. Хорошо. Вещь такая. Так, я запыхалась уже, успела. О-о-о. О, у нас теперь получается вот на том же слоте, где взрыв пакеты и всякое такое, вот тут ультрафиолетовый фонарик. Слушай, а угу. Чё они такие быстрые стали, а? Чё-то да, меня это тоже пугает слегка. Что происходит? У тебя сейчас не было такого? Нет. У меня зомби просто сейчас полетел по всему экрану, прикинь. Да ты чё? Да. Ой-ой-ой-ой. Ой, аккуратно держись. О, она сгорела, отлично. Отлично. Ну, сетевой код божественный на самом-то деле, я замечаю. Ну, да. Воу-воу-воу-воу, я загорелась. Не, ну, по-моему, в принципе, все работает довольно стабильно, то есть ты, у меня картинка не рвется, и ты вроде не лагаешь, и тоже передвигаешься. Ну, периодически так, чуть-чуть. Там раз, может, минут 10, но это так. А я что-то не замечала, ну ладно. Не траблы. Серьезно. Спасите выжившего. Я прям даже не знаю, пойдем спасать выжившего. Пошли. Ну пойдем. Я мне что-то подсказываю, что выживший так. Не будет нифига не выжившим. Да не, нормально. Кто-то... А, живой, да, чувак? Все. Все. Разошлись. Я не специально. Так, ну все окей, теперь можно идти дальше. По заданию куда-то. Ну, как раз так. Удобный проход. О, прямо из канализации. Там странное создание какое-то, и оно, там... Упс. Слушай, это какая-то новая хрень. Он быстрый какой-то. Да? Да. Потому что есть обычные, стандартные это какие-то. А это необычный какой-то, нестандартный. Так, я пошла отсюда, мне что, страшно? Это как, знаешь кто? А. Как вот мы убивали чувака, который типа превратился, то он такой же быстрый был. А-а-а. Скорее всего, свежачок. Возможно. Новообращенный какой-нибудь. Фу, блин. Я недавно пересматривала. У меня что-то какой-то период хренового бабского настроения был. Ну, такое, знаешь. Ага. Типичные вот эти бабские страдашки. Да-да-да-да-да. Вот. И, в общем, блин. Ай, ай, иди ты в лес. Ай, ой, ты твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Ой-ой-ой. Аккуратнее, у меня тоже же напали на меня. Да я не вижу тебя, у меня к тебе они иду. Могут залазить на крышу. В общем, было у меня хреновое бабское настроение. Mm-hmm. Какой-то депресняк странный. И я это самое смотрела, прикинь, сумерки. А, и как? Представляешь? Знаешь,
Смешно. Смешно. Я видела все, так, особенно слушай, последние. Слушай, а оно что-то не дохнет. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, спаси меня! Черт! Так, все, мне надо бежать. Я, короче, пошла отсюда, у меня сломалось какое-то оружие, я все. Сейчас, у меня тут реген хп идет. Зараза! Слушай, эта сволочь за мной бегает. Забегай на какую-нибудь крышу, вот прям вот тут можешь, ну, я вот... рядом. Ой, черт. Так, мне надо похилиться. Нужно... Да, тоже. Окей. Так. Теперь. Разборки, чертежи, где мне? Разводной ключ сломан. Надо еды поискать, вот тут, а хотя, блин. Ладно, аптечка, похилюсь. А как чинить, интересно, сломанные... На R или на K по-русски. А чем R-ка. Чинить? Перезарядка. Да, он автоматически как-то сам чинит. Да? Либо деталями, которые у тебя есть, а, либо всё, что, я как же поняла. Прикольно. Не знаю, mm-hmm. как это получилось, ну да ладно. Так, я сейчас попытаюсь добраться до тебя. Так, я жду, я тут взяла какую-то газовую трубу mm-hmm. новую. И я здесь. А там, похоже, какая-то еще. Ой, так, блин, как здесь? Куда? Ну вот сюда, наверное. Тут какая-то. Ага. Спасибо. Тут просто я подумала, что нам в какую-то зону. Будем защищать, mm-hmm. кстати, зону. Fuck. Там, мне кажется, есть смысл. Давай сейчас попробуем. Дэйв, попробовать хотя бы. Так, здрасте. Так, нужно активировать ловушку. А, вот она. Так, тут еще есть три зомби, которых... Два зомби, mm-hmm. которых надо завалить. Но да, где там. Они? Сложно сказать. Где-то они где-то наверху, да. А вот они. Ой, блин. Толкается. Так, ого. Вот все. Фух. Отлично. Мы зачистили. Так, теперь воздушный груз находится где-то здесь, похоже. У меня есть странное чувство, потому что мы в какой-то. Мы в желтой зоне какой-то, и ага. сложно сказать, куда нам надо идти теперь. Хм. Так, ну давай попробуем выйти каким-то образом отсюда. Тут ловушки. Так, здесь желтая зона, не могу. Возможно, она защищенная. Не, ну и тут имеется в виду, я так понимаю, что вот именно фак. Ой, серьезно? Хорошо, сломалась. Я не специально, простите. Я просто слишком толстая. Там кто-то сагрился из этих зомбей. Да, есть такое. Я нашла ящик. Я тоже нашла ящик. Детальками. А, это тот ящик, который надо, слушай. Да? Отлично. А, нет, но он теперь отображается на карте, нужный нам ящик. Я просто нашла ящик, который можно взломать. Вот. Слушайте, они прям... Мне кажется, от них лучше убежать, от этих ребят. От таких сильных? Мне тоже да. что-то подсказывает. Они это какие-то ненормальные, потому что именно они на тебя агрятся все время, и это как-то очень стрёмно. Так, а еще мне нужен новый уровень выживаемости. Во, я хочу тут? Прокачать себе рюкзак, черт возьми. Так, а вон ты там наверху. Падай. Есть. Высота, гравитация, наше все. Так, ящик где-то на крыше. На крыше здания. Да. Я тут рядом с ним хожу, с этим зданием, пытаюсь понять, как перебраться на другую сторону. Ага. Но это... Не так-то просто, как хотелось. Просто. Угу. А, ну я тут... О, отлично. Все, я каким-то макаром залезла. Так, ну я сейчас тоже буду. Скоро. Ага.
Блин, что это за странные такие зомби, интересно, а? Которые вот желтыми треугольничками отображаются на миникарте. Да, вот это вот ж вот это как раз непонятно. те, которые быстрые, они странные. Какие-то ненормальные больные создания. Так, вот, вот здесь можно залезть. Батарейки нашла. Да? Видимо, для фонарика, да. А ну-ка, а я тут что-нибудь могу найти? Вот, что-то парашют. Так, ой. Я нашла ящик, кстати говоря. Так, я нашла журнал боевых действий, это уже вторая записка. Так, тут можно взломать будет ящик, но ты на крыше, да, уже? Ну, давай сейчас тогда закончим, и я открою его, там что-то ты точно как раз есть. Взломаешь то, что у меня нет отмычки. Ничего нет. Пусто. Зашибись. Самолет. Опа. Он, наверное, сбросит сейчас еще один груз. Да. Да. Еще два. Отлично, мы будем с тобой гоняться за дропы. Подождите, сначала я должна взломать вот этот ящик. Ничего не знаю. Мне надо его взломать. Так, как он взламывается-то? Вот. Он же у тебя, по идее, сейчас должен открыться вроде как. Чтоб ты могла лут забрать с него. Ну, ты заберешь его. Потому что там лут, если я поняла, он идет на всех сразу. А, да? Сколько людей, да. Тебе, может, тогда собрала... это... Ну, я тут, короче, что-то не могу взять. А, нет, могу. Так, ну, вообще, я пока потихонечку попробую. Мне кажется, что я разобрала правильно хорошее оружие и... Угу. Да. Ау. Мои коленки. Так... А нам, кстати, ты куда-то вправо пошла, нам налево. А нам налево, да. Ау. Я тут неподалеку, в общем-то говоря. Так. О, господи. Тут один зомби просто стоит и бьет с головой в стену. Обалдеть. Да, ну я его забью, наверное, сейчас, почему бы и нет. О! Спасите там... выжившего. Ну-ка, там кто-то орёт. Оу. Там кто-то в доме плачет. Что делать с этим, а? Это ненормально. Это точно. Сейчас я... Чувак, блин, я там какая-то девочка влезу. В доме плачет. Мне это не нравится. Что происходит? Это что-то не очень. Это какой-то... Какая-то дичь. Блин. Черт, я не знаю, как туда залезть. Выжившего я пока спасать не хочу. Не до него сейчас. Да я тут как раз возле него. А. У меня тут просто девочка какая-то орущая. Я не знаю, что происходит. Ой, еще один ящик. Господи, откуда они берутся, эти ящики? Вот это да. Вот это... Вот это прям X-ray тут был такой. Фак. А, да, там когда... Какой-то урон наносишь, получается, да, да, это прикольно. Так, очередной разводной ключ. У вас есть улучшение для оружия. Выберите его и нажмите. Серьезно? Я могу какой-то... Отлично, бабки. Давайте улучшим. Блин, как-то надо до моста добраться. Прикольно. Вау. Я, кажется, уже вижу путь. Прикинь, тут можно улучшать оружие всякими плюхами. Офигеть можно. Ау, я же не хотела так, бить свои колени. Труба, так, трубный ключ. Ну, давайте разберем его, почему бы и да. И возьмем вот эту вот вещь. Так, я какой-то уровень себе новый получила. Блин, а как попасть сразу... На мост? Вот я тут прыгаю, собственно говоря. Блин, тут отлично. Как-то... Не-не, я имею в виду, тут есть какой-то проход, там внутри человек орёт, но я не знаю, как к нему попасть наверх. Блин, Крейн, твою мать, ты что делаешь? Так. Зараза. Тут просто даже и не пройти никуда, потому что тут везде закрыто. Угу. Тут какое-то типа мини-задание, что ли, есть. Но как туда... Как к нему попасть, вообще сложно сказать.
Так, ну, кажется, нашла способ пройти туда, куда надо. А, вот, все, тут дверь можно сломать. Придется, конечно, делать крюк, но это только. Так, что происходит? Иди в лес, создание. Все, сдохни, мразь. Котелок. Капец здесь. О, я нашла статуэтку. Типа коллектаблс. Я ребенка нашла, прикинь. Живого. Блин, я только что его отца завалила, который превратился в зомби, прикинь. О боже. Блин, пацаненок, что мне с тобой делать? Я не могу тебя здесь оставить. А, так это девочка все же. Прикинь, самое главное, знаешь, что вот там разговариваешь, а диалог тоже идет. Да? Да, отлично. Не посмотрятся со стороны. Джейд, I need to check something out. Now? It won't take long. You don't have the time. А, тут дверь можно открыть. У нас действительно нет времени. А, ну как бы да, надо двигаться к ящикам. На мост я забралась аж только когда к земле подошла и просто поднялась. Ну тут есть, получается, если примерно есть там, где я быть, то элементы тут... элементы можно попробовать. Так. Крейн, пожалуйста. О, это мне нравится. Так, ладно, я не знаю, что дальше делать, поэтому я просто пойду здесь. Но забираться на столб они, наверное, тоже умеют. Ну-ка, сейчас проверим. Скорее всего, да, те, которые агриться умеют, они... да. Скорее ну, всего. Обычно это нет. Получается. Так, все, слава богу, я перебралась на другую. А, я вижу, где ты. Ты сидишь на фонарном столбе, серьезно? Да. Зачем? Ну, просто потому что это безопасно. По крайней мере, относительно всех зомби, которые я вижу. И к тому же высоко сижу, далеко вижу. Давай ко мне, здесь можно залезть и это, перейти на другую сторону. Коленки. Это было такое забавное зрелище. Просто сидишь такая и... просто столб. Просто столб, да. Просто столб. Да. Вот тут вот можно забежать на машину. Угу. А, ты с другой стороны уже пошла? Да, я уже с другой стороны. Ага. О-о-о. Так, нет, я не хочу внутрь автобуса. А там есть какие-то плюшки место должны быть? Я рассчитывала. Слушай, у меня но... странное чувство, что тебе надо подхилиться. У меня 25 хп, пока нормально. Пока нормально? Я бы не сказала, что это нормально. Пока норм. Ой. Залезь на чертов автобус, чувак. Мы так не доберемся до груза вообще никогда. Никогда. Так, ладно, надо... Йоло! Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это ж надо было мне прыгнуть и попасть прямо в дырку в крыше. Мне снялось 60 хп сейчас просто, ни о чем. Да. Давай-давай, чувак, давай-давай, поднимайся. Молодец, я знаю, ты можешь. А, так, слушай, тут какая-то... Okay. Да. Так, ясно, надо теперь за вторым. Чёрт. Ой-ой-ой, блин, я сейчас чуть не напоролась на наемников Райса. Они меня, чё? Наверное, убили сейчас. Странные создания. Не говори, блин. А, о, здрасте. О, привет. Да, привет. Нам теперь ко второму ящику надо. Окей. И тут еще одна сейф-зона. Я не знаю даже, есть ли смысл к ней идти. Не знаю, не знаю. Где ты там? Я тебя потеряла. Да я вниз тут спустилась. Так а нам вниз и надо. Да? Тыщ, да? Все, я же говорю, я не могу ориентироваться. Пойдем. Ду. Ой, ты куда-то... Ты в тоннель забежала?
Да. А зачем? Здесь есть, кстати, дверь, на которую нельзя открыть. Ладно, сейчас я поднимусь. Нам, кстати, бежать довольно далеко, если честно. Вот, получается, к этому ящику, потому что там еще две сейф-зоны есть какие-то. Ого. Ну, если карту открыть, то там получается, что бежать надо далеко очень. Это далеко, стрёмно. Да. Ну, что поделать. Так, я запыхалась чуть-чуть. Мне кажется, что мы все ж туда идем, куда надо. Вот, кстати, сейф-зона. Я не знаю, мы будем ее сейчас с тобой зачищать. В смысле, мне уже надо возвращаться? Какого хрена? А, нет. Нам нужно поспешить ко второму грузу все же. Окей. Так, ясно. Несмотря на то, что все плохо. Ладно, ладно. Идем, идем. Ой, 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 ой. Так, не, я не упала. Нормально. Так, а где второй груз-то, е-мое? А, вот он, где-то здесь. Так, есть идем. У меня странное чувство, что мы с тобой потом домой будем возвращаться. Ночью. Я на... Да. Так, все, я нашла, нашла ящик. Угу. Так. Но... Ой, ай-яй-яй! Ах ты, скотина, слезь с меня, тварь! Спасибо. Так, мне надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще. Еще один. Так, мне надо похилиться. Так. Юзай аптечку, господи. Ой, фух. Страшно. Так, ну что, я... Жив. Ах ты... Сдохни, твою мать! Сдохни! Выдохлилась, кончилась. Психанула! Так, ну все, давай. А тут, я смотрю, все есть. Так, ура! Блин, первым делом он звонит начальству. Offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing Antizen, destroy it. Что? Нам уже нужно Rise. Серьезно, вы не охренели, ребята? Слушай, мне эта тёлка не нравится, я хочу её в щит прописать. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Офигеть. Ну, как обычно началось. И ведь он же, и ведь он же сейчас это сделает. Твою мать. Но он себе оставил. Бляха-муха, чё ты творишь, дебил тупой, чё ты делаешь? Смотри-то налево. Jade, I'm at the airdrop. There's no antizen here. Так. Фак, мы с тобой возвращаемся домой по ночи. Да. Отлично. Отлично. Черт, я боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. А я заказала. Боже, я ненавижу всю эту хрень. Я ненавижу всю эту хрень. Я хочу домой. Отвали от меня, козел. Иди в лес. Так, фонарик. Фонарик. Отвали от меня, тварь. Все, я убежала. Я надеюсь. Нет, я не совсем убежала. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо. Они везде! У меня закончилась стамина. Идите к хренам. Просто твари такие. Боже, как вас здесь много, твою мать. Да пипец, блин. Крыша, крыша, чувак. Быстрее, 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 быстрее. Черт, это не крыша! Это не крыша! Блин. Пресвятые коровки. Так, погони. Пишет, что типа погоня отстала, но я не знаю, я не уверена. За мной не отстала. Ау, колени, колени. Так. Колени. Я куда-то при... Я... Да, ты что делаешь-то, господи, лезь ты наверх, овца. Ой, боже. Если я погибну, не поминайте меня, Лиха. Не умирай, пожалуйста. Как я вернусь я домой без тебя? Точнее, я уже каким-то макаром пришла, по-моему, к дому. Уйди, 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 уйди. Слушай, да, я пришла к этому к убежищу. Господи, слава себе, сидам, господи.
Так, все, идите в лес. Идите в лес, идите в лес, я хочу домой. О, ноу, нет. Черт, мне тебя надо поднять. Не-не-не-не, я могу умереть и возродиться. Нет, мне тебя... Подожди, ты по-другому не встанешь, если я тебя не подниму. Иди. Черт, ты далеко, зараза. Не-не-не-не, даже не пытайся. Ты уверена? Да. Блин, они на меня сагрились. Черт. Мне надо бежать отсюда тогда. Ну ты мертва. Как это, блин, что теперь делать-то? Сейчас посмотрим. Мы еще с тобой не умирали. Вот, ты это. Ты зареспилась. Причем зареспилась там, где надо, нам внутрь же. Ну, возможно, нас это спасет. Ох, игра ночью. Очки ловкости и силы ночью удваиваются. Скрывшись от погони ночью, вы получите дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете вне безопасной зоны, тем больше очков выживаемости получите. Да-да-да. Так, надо прокачаться. Так, новый уровень ловкости. Что мне тут доступно теперь? Перепрыгивайте врагов. Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке с разбега. Во, вот это я качну. А я, наверное, буду перепрыгивать через врагов, потому что почему бы и да. Так. И новый уровень силы. Ну что, пошли. Удар ногой оглушит врага с вероятностью в 10%, либо поразите метательным оружием до 3 врагов за раз. Ну, я сюрикенами не пользуюсь, поэтому... Хотя их можно, кстати, как-то сделать. Ну да. Вроде. Так, надо... Так, ну что, потопали? Да, я сейчас к торгашу забегу. Скину ему что-нибудь. Потому что ценности можно продать. Угу. Всякие, а я сигареты разные. Находила, кстати. Так, что тебе можно продать, что тебе можно купить? Ну, такое у него все. У меня даже лучше намного снаряга, чем у него, поэтому... Хотя, казалось бы. Но тем не менее. Ну, да. Все. Так, куда нам? Нам к лифту вроде как надо. Что-нибудь еще здесь есть у вас, ребята, интересное? Да, вроде как нет. Половица. Да, довольно странно, что эту хрень можно купить, в принципе, это странно. Вот именно. Так, ну все, лифт. Лифт, лифт, поехали. Лифт. Да, погнали. Там вообще какие-то журналы я находила, надо их почитать. Ну, я думаю, мы как раз попробуем потом разобраться, что почитать это. Но эти звери от них, да, их от них убегать. Нужен огнестрел. Вот да, против них исключительно жестко. Огнестрел, потому что я как-то не рискну драться с ними без оружия. Я не дебил. Так. Я все время по привычке нажимаю Е на использовать. Как во всех играх. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. No, we didn't discuss it. You just decided that I... I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? Да. Ну, вообще, со стороны этих ребят это должно, в принципе, очень странно смотреться, потому что да. Приходит какой-то чувак и такой, эй, я помогу вам здесь, я помогу вам там, а я пойду вот сюда, а давайте я сделаю то. Такой, знаешь, как будто из ниоткуда просто вылез, такой начинает творить добро, какой-то странный. Я бы начала искать подвох. Точно, точно. Слушай, у него глаза красивые, у Брэкена. Но что-то мне подсказал, что он тоже останется с этим говнюком. Возможно. Я прям вижу, что нас все предадут, и мы потом будем разбираться. Так, ну-ка, где... Где моя... Где можно посмотреть... А, вот. У Бовщика новый предмет появились. Ну-ка, пойду почитаю тексты, которые я нашла. Тут какие-то интересные эти журналы. Так, ну, вообще мы можем уже потихоньку закругляться. Ну, в принципе, да, давай, сейчас я только прочитаю эти тексты, чтобы, может, мало ли кому интересна история этого мира. Да, да, да. Так, воркшоп.
Воркшоп. Журнал боевых действий Мартина Цукера, запись первая. Сегодня я понял, как можно использовать взрыв пакета. У меня была бочка, которую можно взорвать, но эти гнилые уроды и близко к ней не подходят. Так что забрался я на крышу, швырнул парочку взрыв пакетов к машине, дождался, пока они не подойдут поближе, а потом бабах и уложил всех уродов, всех до единого. Думаю, надо попробовать бросать взрыв пакеты прямо вниз, под тем местом, где стоишь сам, а потом делать прыжок удара землю, как эти парни из башни. Осталось только понять, как они это делают. Так, журнал боевых действий, запись вторая. Еще одно применение для взрыв-пакета. Я его вычислил совершенно случайно. Мама, конечно, была права, когда запрещала мне в детстве играть со спичками или петардами, но все равно взрыв-пакетами можно отвлекать прыгунов по ночам. Они, и, кстати, временную безопасную зону можно создать с помощью ракет. Особенно, если у тебя есть приятель, с кем можно обмениваться сигналами. Мне так кажется. Ночь в городе не то время, когда можно валять дурака, но ведь я не дурак, правильно? Думаю, нет. Несмотря на данные о продажах моих фантастических романов, Марвин Цукер чемпион. Что? Странный дебилушка какой-то, не знаю, девотина. Ну, давайте на этом заканчивать пока. И в следующей серии пойдем. Я просто наблюдала за твоей тенью, которая имеет в районе лица просвет белый, как будто в эту планету. И это видно, что это не просто там растение какое-то, это прям моделька отдельная дублируется, и темная такая. Фига себе, господи боже. Как будто, знаешь, две стоит таких, знаешь, отдельно еще от тебя отделяется темная сущность. Какой ужас. Пипец. У меня есть свой собственный демон. Да, да, вот, да. Посмотрите на него. Господи, я потом у тебя на серии это посмотрю. В общем-то, да. Ну, ладненько, мы продолжим дальше гулять в этом направлении, посмотрим, что за торговля у нас выйдет. Срайся в следующий раз, все-таки нам все нужно еще сконтачиться. И уже... посмотрим, кто нас там будет предавать. В общем-то, всем спасибо, что посмотрели все наши эти приключения безумные и мою смерть побегами от этих жутких людей. Это ксеноморфы версия 2.0, прямо такие, они перекочевали с How to Survive, я прям чувствую. Вот. В общем-то, да, с вами была Катя. Да, всем пока, ребятки. И всем пока-пока.